Поклонники электронных гаджетов утверждают, что бумажные книги уходят в прошлое, так же, как канули в лету такие носители информации, как глиняные таблички или пергамент. Казалось бы, смартфон всегда под рукой, и в любой момент можно заняться чтением любимого произведения. Однако не все с этим солидарны. Многочисленные опросы показывают, что печатные издания все еще популярны. Я читаю, в руке должна быть живая книга, чтобы ее чувствовать и понимать смысл содержания. Для души и более располагает, и более понятно, и более тепло от нее, как чувствуешь ее. Это книга, произведение. Большинство книголюбов убеждены, что ни один фильм не может более полно и детально передать все события происходящего, чем книга. В последнее время в основном исторические. Дэн Браун, все произведения. Там «Код да Винчи», «Ангелы и демоны», ну, все «Цифровая башня» и так далее. Конечно, интереснее, чем фильмы смотреть, которые они ни о чем. Среди книголюбов встречаются даже такие, кто не расстаются с любимой книгой на протяжении целого дня. Как только появляется свободное время, можно открыть книгу и заняться любимым времяпрепровождением. Даниила Сысоева такая называется книга «Отрезвляющий человек». Это «Экклесиаст» книга. Мысли царя Соломона. Вот, читайте, вам рекомендую такую. Очень сильная книга. Привычные бумажные книги не потеряли своей популярности. Они по-прежнему востребованы, и ими интересуются многие рязанцы. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».